Мы тут гуляем на улице, и вот увидели такого скорпиончика. Хвостик вперед, наверх у него. Мы проходимся, где мы живем тут. Смотри, какой он маленький. Он же какой. Смотри-ка, да, Брюс? Это бэйби такой, ага. Ну, мы тут, вон, Брюсик на скутере катается. О, какой красавчик, да? И идет себе. Что-то развернулся. Потерялся, наверное. Вот тебе у нас такой в Техасе. В Южном Техасе у нас такие красавцы тут. Да, как? Мама. Ага. Вон он идет. Вот он спрятался сначала, сейчас он опять появился. К нам домой приходит, и у всех тут, практически у всех, если ты не сам брызгаешь, то приезжает компания, и брызгает дома, обрызгивает внутри, и снаружи они, или обрызгивают, если дождь идет, такие они гранулы рассыпают. К нам сегодня тоже, кстати, приходил, вон, Брюсь кидает в него, приходил, это такая служба, вот, но домой они сказали, категорически отказался домой заходить. Я, кстати, сегодня сообщение на телефон получила, то, что только будут обрабатывать снаружи из-за коронавируса. Брюс, осторожно смотри, пускай он на тебя шагает. Он идет, спрятался за листик. Брюс, его хочет задавить. Да пускай, это же еда тоже для каких-то этих всяких тут. Я не знаю, кто его будет есть, конечно, но... Лизарды. Ну, лизарды, я не знаю, лизарды их едят, не едят, но это тоже еда для всяких. Вон, красавчик мой. Пошли, сыночек. У нас тут хорошо. Мы гуляемся. Прогуливаемся тут мы. Ну, хотела показать вам скорпионов техасовских. Но это маленькие. У нас большие есть, кстати, бывают. Очень даже большие, приличные. Где-то видео есть, надо будет найти, наверное. Я записывала.